Здравствуйте, я Смолина Татьяна Николаевна, частный предприниматель. Я приехала из города Новочеркасск в Дуптяру Картавенко. В 98 году у меня были проблемы с позвоночником, были большие проблемы с седалищным нервом. Доктор Картавенко был в Ростове, и он меня... Значит, с позвоночником своим за 3 дня были решены все вопросы. Я, в принципе, больше 10 лет не чувствовала этой боли, а сейчас у меня это все возобновилось, 55 лет. У нас в городе, я обошла 3 клиники, очень много сделала процедур, много уколов, капельницы, массажа делала от головы до пяток, но результата не было. Спина у меня не гнулась, и боли были страшные. У меня был и хондроз, и сердце мое беспокоило, все вместе повоспалялось. Потом я в интернете нашла доктора Картавенко и приехала к нему. Пансионат Беларусь, это Туапсе. Я получила квалифицированную диагностику, та, что была мне нужна по всем моим органам. Я прошла интенсивное лечение в течение недели. Позвоночник мой в норме, изменились мои органы, и я чувствую себя намного лучше, можно сказать. Я думаю, что теперь я возобновила свои силы, заставила организм работать по-новому, и все будет хорошо. Доктора Картавенко я теперь не потеряю, он мне нужен. Я хочу долго жить.